Павлодар стал местом проведения турнира пятых молодежных игр Казахстана по вольной и женской борьбе. В первый день соревнования на ковер выходили девушки. Смотрим далее. В спортивном комплексе «Автомобилист» постелили три ковра. В Павлодар прибыли более 120 представительниц 15 регионов Казахстана 2001-2003 годов рождения. Среди претендентов на победу уроженка района Теренколь Айзара Бесимбай, которая занимается единоборством уже 10 лет. Буквально две недели назад она стала серебряным призером чемпионата Казахстана среди девушек до 23 лет, что позволило ей получить звание мастер спорта. На турнире молодежных игр Айзара ставит задачу стать первой и идти дальше. После чемпионата Казахстана планируем на чемпионат Азии, чемпионат мира. И Бирса, и все будет хорошо, Олимпиада, как все спортсмены мечтают. По словам старшего тренера Павлодарской области по вольной борьбе Иржана Кистаубаева, наши борцы способны завоевать медали всех достоинств. Мурат Билмажит, Алексей Мехедов, и это Сахпарат.